Сегодня ребята будут строить любые постройки, но дело в том, что им можно использовать только один блок. Не в том смысле, что один блок и все, постройка готова. А в том, что они будут строить только из одного вида блоков, например, динамита. Да, это будет очень взрывное видео, так что приготовьтесь. Ребят, я пришел сообщить, что у вас есть всего лишь 15 минут, чтобы построить постройку только из динамита. И доплыть до ней до конца. И время уже идет. Сейчас вам на вот этих лодках, которые вы построили, нужно будет доплыть до конца. Ну или хотя бы постараться. Смотрите, тот, кто доплывет дальше всех, получит 4 очка. Тот, кто займет второе место, 3 очка. Третье место, 2 очка. И последнее место, 1 очко всего лишь. У кого в конце будет меньше всего этих самых очков, будет петь песенку. Ваши лодки полностью состоят из динамита. Это значит, что если вы дотронетесь хоть до какого-то камушка, то произойдет вот это. Спасибо. Самый добрый ух в мире. Ну что, вы готовы? Раз, два, три, погнали. А я вон там сижу. Там впереди плывет маленький зэк, давай догони его в портал. Да чего вы все боитесь? Давайте идите, одно касание до камня, и вы уничтожены. Невероятно. Закон, его. Давай, бей его. Атакуем его все. Вы что забыли? Надо да как можно дальше доплыть. Давайте вперед просто. Агуша перевернулся. It's my tactic. Первое испытание через 10 секунд должны все покинуть. А что мне делать? Я перевернулся, мне путь неудобно. А плыви как-нибудь. Я думаю, что Агуша первый взорвется. Рядом с камнями прям. Ой. Джакудзе на первом месте пока что. Он проплыл дальше всех. Так, давай, Агуша, вперед, смелее, давай. Твой любимый уровень. Осторожней. Джакудзе опять на первом месте. Понял, Агуша, как надо играть. Да. Давайте, все вперед, давайте. Джакудзе, я знаю для тебя стратегию. Проплыви как можно дальше, и ты победишь. А пока Агуша там сзади. О! Ну все, проплыл далеко, да, Джакудзе? Так, вот я вижу фа-портал. Он пока что единственный, кто остался в живых. Ты еще даже не доплыл до места, которому они проиграли, так что не радуйся. Давай. Немножко осталось. Они все проиграли примерно вот тут. Тебе надо преодолеть это расстояние. Ой! Чуть-чуть не хватило, миллиметра попардал все. Так, получается тогда Джакудзе проплыл дальше всех, и поэтому у него 4 очка. Сюда! Агуша проплыл чуть-чуть поменьше, и поэтому у него 3 очка. Фа-портал проплыл еще меньше. Они все проиграли вообще на одном уровне, очень близко, но фа-портал проплыл еще меньше. У него только 2 очка, и у него он пирата всего лишь 1. А сейчас пришло время для второго раунда, в котором вы будете строить машинки из вот такого вот блока под названием шипы. А потом будете на этих машинках драться. Ладно, все, стройте. Эта машинка полностью состоит из шипов. И если я врежусь в эту стенку, то она продырявится. И также произойдет, если эта машина врежется в другую машину. В итоге они будут разъедать друг друга. Ну и кто последний останется в живых, получит 4 очка. Интересно, конечно, какая машинка выживет, Агуша или вот этот огромный монстр? Но это мы узнаем потом. Следующий сезон. Да зачем ты врезался? Ладно, это мы вырежем. На ринге у нас вот такая вот дикая машинка. Это пылесос. Да. Еще у нас вот такая вот стрёмная машинка, которую рисовали все в детстве. Еще у нас есть банана-машина, которая совсем не едет. И вот такая вот монстр-штука под названием Ламборгини. Невероятно. Невероятно. Все, давайте. 3, 2, 1, 0. Начинайте. Были друзьями когда-то. Мы были. Ладно. Да. Бедная Агуша. Все напали на Агушу. Жалко. Нет. Бой закончится, когда похоронен последнего солдата. Ауч. Все. По портал тоже выбывает. Слезай, я еще живой. Нет. Бедный банан. Нет, банан это самая красивая тачка. Не надо. Нет, банана тачка. Я убил его, я доживал. Получается, у Джакудзе 8 баллов? Погодите, фа-портал еще живой. Битва до последнего солдата, как не забыли. Что там? Нет, зачем? О, Джакудзе первый умер. Я живой. Фа-портал выжил, он одолел. Фа-портал выиграл этот бой. Повезло ему. Просто Джакудзе думал, что он всех победит, и поэтому он боком заехал, его съели. Первого вообще зажали в стенку просто.
И в итоге победил Фа-Портал. У него теперь целых 7... А, у Джакудзы теперь 7 очков. У Фа-Портала теперь 6 очков. Неон Пирата теперь 3 очка. И у Агуши... У Агуши 4 очка. Так, ну а теперь последний финальный раунд. Агуша, у тебя есть еще шанс отыграться. Да, давай. Сейчас вам надо будет построить самолет из шариков. Это очень странно. Суть задания? Что? Вам нужно будет долететь до конца на этих шариковых самолетах. Я бронированный. 3, 2, 1, 0 на взлет. Что это за шариковые бомбы? Ужас. Тот самый Агуша. Это просто имба. Вот он еще стреляет. Это управление я придумал, точно не я. У Фа-Портала что? Это же миллион шариков. Взорвите это, пожалуйста. Оно не должно летать. Так, сейчас самый первый Джакудзе, и прямо за ним летит Агуша. Я думаю, что они будут драться. Невероятно! Нет! И куда ты? Так, давай, Джакудзе, я верю в тебя. Я думаю, ты разобьешься. Стоп, Агуша самый первый. Смотри наверх. А, ты над ним? А, вон я вижу. Значит, он не первый. Джакудзе, давай выключи шарики и включи заново. Для баланса вселенной. О, нет, это же уровень, где Зэк будет кидать вас молоточки. Вам всем хана. Зэк, оказывается? Да, кто это? Серьезно? Ух ты, мне сейчас открыл глаза, подумал. Зэгачка, не надо! Зэгочка, не надо! Так, Агуша снова стал первым на своем мини-самолетике. А где же Джакудзе? Не надо! Ой-ой-ой. Ой, это Джакудзе, не надо меня тоже кушать, пожалуйста! Не кушай меня! Фа-Портал... Ой! Нет! Нет! Все зовут хана. Лететь! Пока вы тут сходите с ума, Фа-Портал стал первым, он вон там летит над Агушей. А он тоже сражается. Все почему-то стреляют в Агушу. Смотри, ух. Я смотрю. Давай. Уйди. Вы уже почти долетели до конца. Я надеюсь, что Агушу кто-нибудь собьет в конце концов. Кстати, а где Попкэт? А где он реально? Он вначале еще разбился. А, сейчас я посмотрю. А, нет! Он прямо за вами, он где-то в 1000 метрах от вас. Может, чуть больше. Так, Фа-Портал уже спрыгнул, и Фа-Портал первый достиг самого конца на своем самолете, который в самом начале, мне казалось, проиграет. Так, Агуша у нас тоже уже в конце. А что, его никто не сбил, что ли? Кибиди-доп-доп-доп-доп-доп-доп-ес-ес-ес. И Джакудзе за последний. Стреляй в Агушу, пока можешь, давай быстрее. Можно? Мы в Вьетнаме, беги в кусты. А Бобкэт только на уровне с инопланетянами. Сейчас он скоро до вас тоже долетит. Почему вы все прошли? Я думал, вы друг друга перебьете и все. Ух, вот 50 миллиграммов разрешил бы мне, я бы просто испепелил каждого участника. Да. Я маленький, у меня безобидно, у меня 2 минигана, 15-25 шариков, вы что от меня хотите? Так, сейчас я тогда не к вам надо. Конец прилечу. Это тот самый оператор, который быстрее всех участников должен добраться до конца, чтобы их снять. Я оператор, я знаю. А где Бобкэт, кстати? Ой, стоп, он там? Он там! Он сверху. О, давай, прыгай к нам, давай, идем. Так, смотрите, а сейчас мы посчитаем, сколько у кого очков и узнаем, кто проиграл. Я проиграл. У Джакудзы всего 9 очков за эти 3 раунда. У Фа-Портала 10 очков, это очень много. У Агуши у нас 7 очков, и у Неон Пирата всего лишь 4. Так, ну проблема в том, что Неон Пират из неговорящих пиратов. Давай иди сюда. Ну чё, ребята, как вам новая рубрика? Невероятно, не так ли? Невероятно же? Невероятно. По ссылке в описании можно попасть на мой Discord сервер, в котором как раз таки набираю людей, мы там разговариваем, снимаем видосы. Да, еще пишите мне в личку, мне это нравится. Короче, всем пока. Да ты какой-то, ну не знаю. Все, я деваю.